нам необходимо выбрать. Для удобства. Все часы. Знаете, она довольно кучная. Итак, нарушение этой практики, такие как работа нервной системы. Наша цель – получить противоэффект. Сейчас про ПКМочку, да, уже для меня зовут Наталья Гальмрен. Добрый день, добрый вечер. Рада всех приветствовать. Здравствуйте. Мы продолжаем наш образовательный проект, посвященный самым различным возможностям применения аппаратов ДЕНОС при самых различных заболеваниях. В ближайший час с вами я, Наталья Гальмрен, и сегодня нашу тему заболеваниям щитовидной железы. Действительно, очень сложный вопрос, на каком месте денс-терапия при различных заболеваниях щитовидной железы. На первом месте, на втором или на последнем, или нельзя применять аппараты ДЕНОС. Мы часто слышим, да, ведь с вами эти вопросы. И вот для того, чтобы разобраться в этом, мы сделали этот вебинар, для того, чтобы, ну, опять же, не было безосновательно бояться аппарат, тоже не надо. И действительно, давайте начнем с самых азов, потому что, поняв некоторые моменты и механизмы, и особенности жизнедеятельности щитовидной железы, нам будет проще разговаривать с людьми, проще объяснять им, что может ДЕНОС, а что не может ДЕНОС. Так ведь? Поэтому напоминаю, что щитовидная железа одна из самых, ну, крупных, наверное, если мы берем площадь желез внутренней секреции нашего организма. Она находится под контролем гипофиза, так же, как и другие железы внутренней секреции, такие как надпочечники, яичники, яички, так же, как те железы, которые участвуют в гормональном эндокринном обмене нашего организма. Например, тиреотропный гормон, который синтезируется гипофизом, он ответственен за регуляцию функции щитовидной железы. Это такой гормон, который смотрит, достаточно ли гормонов щитовидной железы в крови. Если их вдруг становится мало, то становится больше, вырабатывается больше тиреотропного гормона, гормона щитовидной железы. Если становится много гормонов щитовидки в крови, то тиреотропного гормона становится меньше. Такая принцип обратной связи. Получается, он отвечает за то, чтобы не было ни гипер, ни гипер, ни гипофункция, чтобы была норма функции щитовидной железы в том числе. Поэтому, когда доктор дает направление человеку на исследование, обязательно в этом направлении звучит ТТГ, тиреотропный гормон, так называемый. И если он нормальный, значит, ну, в принципе, это хорошо. Если он повышен или понижен, это уже повод для дальнейшего исследования, диагностики, что же происходит с щитовидной железой. Непосредственно сами как бы виновники нашего вебинара, и непосредственно гормоны щитовидной железы, тиреотропные так называемые гормоны, да, от слова тирия – щитовидная железа, это латинское ее название, тиреоидос, то есть щитовидный или тиреоид, щитовидная железа. Тироксин и триодтиронин, Т3 и Т4. Это тоже те гормоны, которые может написать в направлении на исследование функции щитовидной железы доктор, но чаще смотрят ТТГ и Т4, по ним ориентируются нормально, и особенно в процессе лечения или в процессе первичной диагностики, нормальная или измененная функция щитовидки. Еще есть очень важный гормон, который секретирует непосредственно сама щитовидная железа, называется кальцитонин. И его роль – это участие в метаболизме именно кальция, и он отвечает за костные клеточки. Немножко тут, ну, видимо, я поторопилась, может быть, но косноязычно, но смысл, что этот гормон способствует добавлению кальция в клеточки, да, и способствует прочности костной ткани, в том числе, ну, кроме других факторов, таких как обмен фосфора и непосредственно усваивание кальция в организме. Так вот, получается, что функции щитовидной железы или эффект гормонов, наверное, так я бы сказала, те эффекты, которые оказывают гормоны щитовидной железы на нашу жизнедеятельность и на все внутренние органы и системы, он очень разнообразный. То есть, по большому счету, это регуляция обмена веществ. То есть,
все, что связано с обменом веществ, соответственно, нет такой части тела, где бы не принимали участие, не давали свои эффекты гормоны щитовидной железы. И прежде всего это нервная система, сердечно-сосудистая, пищеварительная система. Это как, знаете, такая своеобразная батарейка. То есть либо она есть, и тогда все нормально, либо работает с избытком, и тогда гиперфункция, либо работает с недостатком, и тогда гипофункция, и все замедляется в организме. И отсюда мы знаем два основных нарушения. Повышена функция и функция понижена, да, о которых мы сейчас будем говорить. Влияет на, получается, на все виды обмена веществ, белковый, жировой, углеводный, именно на скорость протекания этих процессов обменных, а значит и влияет на вес. И действительно, не безосновательно многие женщины говорят, что вот есть проблемы с щитовидкой, есть проблемы с весом, поэтому это лучше своевременно, конечно, диагностировать. И, кроме того, гормоны щитовидной железы архи не просто необходимы, а очень необходимы для плода, то есть для растущего маленького-маленького организма еще в утробе мамы, именно для правильного формирования скелета и правильного формирования центральной нервной системы. И если ребенок, если у мамы будет гипотиреоз, да, и если ребенок будет с гипотиреозом, бывает, ну, мы сегодня не будем врожденные, но все-таки бывают врожденные очень сложные такие аномалии, врожденный гипотиреоз, то у него происходит задержка умственного и физического развития и нарушение формирования всех отделов нервной системы и формирования скелета. То есть это тяжелые такие заболевания врожденные. Но мы же с вами поговорим вот о чем, чтобы уже нам перейти непосредственно к особенностям применения аппарата ДЭНОС. У меня не было задачи здесь международную классификацию болезней, раздел щитовидной железы включать. Понятно, что их как таковых заболеваний больше. На этом слайде я стремилась показать такие основные нарушения функции щитовидной железы, да, может не столько диагноза, а именно нарушение функции. Итак, функция щитовидной железы может быть повышена, и это состояние называется гипертиреоз или тиреотоксикоз, диффузный токсический зоб, есть такие названия. Функция повышена. Функция щитовидной железы может быть снижена, гораздо чаще встречается, называется гипотиреоз. Например, такое нередкое заболевание в старшей возрастной группе и чаще у женщин, как аутоиммунный тиреидит, вот он нередко протекает с гипотиреозом. Функция щитовидной железы снижена. И именно при гипотиреозе есть необходимость медикаментозной коррекции вот этого нарушения, особенно при клинически выраженном, то есть когда есть, понятно, лабораторное подтверждение и когда есть клинические проявления, о которых мы сейчас поговорим. Может быть воспаление щитовидной железы, тиреидит, прям воспаление, когда там вплоть до гормональной терапии приходится назначать, то есть настолько оно активно и протекает по типу тоже гипертиреоза. Ну и, конечно, очень такой животрепещущий вопрос, и часто нам с вами его задают, когда мы говорим об аппаратах ДЭНОС при различных заболеваниях, начинаем спрашивать, а у меня узлы в щитовидке, мне ничего нельзя. Мне нельзя физиотерапию, потому что у меня узел в щитовидке. Ну и вот об этом тоже с вами поговорим. Итак, начнем с двух основных таких гипо-гипер, да, нарушений и знакомства с что же может происходить при нарушенной функции в сторону повышения в крови уровня тиреоидных гормонов Т3 и Т4, которых вот я только что сказала вам. Это приводит к ускорению всех процессов, всех обменных процессов в организме. И когда готовилась, нашла такую очень фразу, мне понравилась, пожар обмена веществ. Что, знаете, как действительно как будто на ускоренную пленку. То есть вот есть нормальная функция, и есть гипер, то есть будет не биться сердце, а сердцебиение будет вплоть до нарушения ритма. То есть тахикардии, даже нарушение ритма может происходить, экстрасистолы, экстрасистолическая аритмия. Это будет не просто крутить, болеть живот, это может быть вплоть до диареи, да, то есть вот что значит гиперфункция. То есть все работает в ускоренном таком темпе, в ускоренном режиме. Конечно же, гиперфункция очень сказывается прежде всего на
центральной нервной системе, на центральную нервную систему. Эти люди становятся, они не могут, они действительно болеют, и это очень проблема сразу определить это состояние. Человек становится раздражительным, он становится таким, знаете, не просто раздражительным, а, ну, то есть, конфликтным, вот так бы я сказала, то есть очень конфликтным, очень раздражительным, у него блестят глаза, у него идет нарушение сна или у нее, то есть это и мужчины, и женщины, эмоциональная лабильность, человек не управляет своими эмоциями. Ну, понятно, что чем тяжелее нарушение функции, чем выше уровень гормонов, да, за пределами нормы, естественно, в крови человека, тем сильнее будут проявления. Чувство жара, потливость, как я уже сказала, сердцебиение, перебои, даже нарушение ритма. Похудание, эти люди снижают вес. Нарушение мужской и женской половой сферы, эректильные нарушения, бесплодие и масса других нарушений. И очень важно на этом этапе, конечно, если кто-то вот подскажет, куда обратиться. Но в чем проблема? Проблема в том, что если вы сейчас почитаете, у кого так или иначе из нас не бывает периодически эмоциональной лабильности и сердцебиения, да? Ну вот, тем не менее, следует обратить внимание, если человек жил, все было хорошо, и вдруг он такой становится, прям как, знаете, это, чуть-чуть его толкни, он уже начинает заводиться, да, с полоборота, с полтычка. Здесь вот надо задуматься, не произошли ли какие-то изменения в организме, не обратиться ли за помощью. Начинает худеть, появляются какие-то сердечные жалобы, появляются какие-то сосудистые жалобы. Да, вот тогда, конечно, следует обращаться. И ситуация наоборот. Гипотиреоз, функция щитовидной железы снижена, а значит и меньше уровень гормонов щитовидной железы в крови, проявляется, наоборот, замедлением всех обменных процессов, приводит к нарушению энергообразования, как будто недостаточной энергии. Этот человек становится вялым, сонливым, медлительным. Очень такой характерный симптом для прям вот выраженного гипотиреоза, клинически еще даже вот когда не поставили диагноз, не обратились, не догадались посмотреть сразу же уровень гормонов щитовидной железы, это отечный синдром. То есть именно отечность в области лица, верхнего плечевого пояса и в крайних таких вот, ну, более запущенных, что ли, случаях отеки могут появляться, вообще и периферические отеки, то есть именно отеки. И это не в чистом виде сердечная причина, а именно вот причина такого замедленного обмена веществ, которая проявляется задержкой жидкости, нарушениями электролитными выраженными, что приводит к задержке жидкости. Да? Иногда говорят, вот отечность на лице такая, удутловатость, вот почки. Вот видите, причина может быть вот таких отеков, вдруг вот начавших и прогрессирующих появляться, это заболевание щитовидной железы. Ну и раз при пониженном уровне гормонов щитовидной железы все замедляется, все так, эти люди, они становятся... Я расскажу один пример, он, конечно, это в жизни чаще стертые какие-то формы, да, клинические, когда, если так все просто было, вот жил человек, и вдруг он такой, стал такой весь отек, у него, значит, увеличился язык в объеме, и вот прямо кожа стала сухая, и все, и он прибавил вес, и, к сожалению, очень часто субклинические формы. Но все-таки я вам приведу пример своей коллеги, которая работает участковым терапевтом, и вот она заболела этим гипотиреозом, знаете, так, исподволь, потихонечку, вот оно началось. И реакция незнакомых людей, те, которые знали люди, они не сразу обратили внимание, они всегда казалось, она, может быть, и была раньше такой спокойным человеком, да, а тут она стала мега медлительной, что даже напоминала, как будто она то ли нетрезвая, что ли, когда у нее уже вот это вот прогрессирование началось, люди обращали внимание, она говорит, такое ощущение, как будто она алкоголь приняла, что ли, или как будто она заторможена, нездоровая такая абсолютно заторможенность, да, и, конечно, уже быстро начали обследовать, а там высоченный уровень тиреотропного гормона, когда гипофиз старается, стимулирует щитовидку и свои гормоны в кровь выбрасывает, а щитовидка вот не может. Очень часто это аутоиммунные такие механизмы вот этого гипотиреоза или, как следствие, гипертиреоза, кстати, сначала щитовидка начинает работать с избыточной функцией, и на фоне лечения, на
гормональном фоне, и такое вот неблагоприятное течение гипертиреоза, функция ее снижается и проявляется гипотиреозом, уже замедлением выработкой гормонов и необходимости той же медикаментозной коррекции. Ну и вот она отсюда, повышенная утомляемость, слабость, как я уже сказала, отеки вот эти, сухость кожи, нарушение стула. Не обязательно, что у всех с гипотиреозом будут запоры, но опять же, тем не менее. Но это такой более долгоиграющий диагноз. Все-таки гипертиреоз, повышенная функция, это более такое острое состояние, а то гипотиреоз такое долгоиграющее, пока там дело дойдет до исследования, если только не... по крайней степени не будет проявляться. Ну и опять же тоже нарушение и мужской, и женской половой сферы, потому что щитовидка, как я уже сказала, все под ее контролем, все виды обмена веществ и здоровье всей нашей эндокринной системы. Чаще заболеваниями щитовидной железы страдают чаще. Вот если мы берем статистику, да, вот основную массовую долю, это чаще все-таки это гипотиреоз, функция снижена, субклинические какие-то прямо пороговые проявления или уже диагностированный лабораторный гипотиреоз, аутоиммунный тиреидит, очень часто встречающиеся заболевания и с гипотиреозом протекает. При аутоиммунном таком заболевании щитовидной железы организм решил, что щитовидная железа, в частности ее клеточки, они чужеродные, они не родные. И начинает вырабатывать антитела против этих клеточек. И возникает такое вот своеобразное тоже воспаление, как правило, вот с такой вот пониженной функцией. Хотя все вот, и гипертиреоз тоже это аутоиммунка, но вот гипертиреоз более долгоиграющий. Чаще, если когда вот с кем-то вы общаетесь, конечно, речь идет об этом заболевании и состоянии. Что же касается узлового зоба, сейчас я кое-что себе напомню, нет, позволю вернуться на несколько слайдов назад. Вот на этот слайд я вернусь. Что же касается объемных образований и темы узловой зоб или узлы щитовидной железы. Здесь правила такие. Применение аппаратов ДНС и правила нашего общения, и поведения, и реакцию на эту информацию. Мы с вами знаем и всегда говорим, что объемные образования в различных органах являются относительным противопоказанием. При этом подчеркиваем, что относительное противопоказание. Почему? Потому что мы не рассматриваем аппарат ДНС как способ лечения, ну я сейчас применительно уже к щитовидке, да, как способ лечения узла в щитовидной железе или узлов. То есть это не способ лечения узла в щитовидной железе, ДНС. Это способ лечения артрита, артроза, сниженного зрения, нарушения пищеварения и так далее. У нас много с вами, да, тем. Но это не способ лечения узла. Это поэтому мы говорим, что... Мы не рассматриваем, говорим, поставь на щитовидку, и узел там каким-то образом рассосался. Да? Однако наличие узлов в щитовидной железе не является абсолютным противопоказанием. Здесь важно понимать, что хотим мы, ради чего. Вот человек живет с этими холодными узлами, ну, есть такое выражение, холодные узлы там, или там, коллоидный узелок, но это чаще всего, да, какие-то такие доброкачественные, абсолютно, которые требуют только наблюдения. Узелки небольших размеров, которые там даже не прощупать, особенно если они в глубине и в толще. Никак мы их не потрогаем, не пощупаем, они на УЗИ определяются. И если они не требуют дальнейшей диагностики, требуют только наблюдения, поэтому здесь очень важно понимать, был у эндокринолога, когда был у эндокринолога, что сказал эндокринолог. Но не является ДНС противопоказанием при простых узлах щитовидной железы. Коллоидный узел, узел небольшого размера, узел, не требующий дальнейших диагностических каких-то движений, таких как, например, когда доктор говорит, значит так, вот вам показана пункция узла, диагностическая, да, тонкая игольная пункция. Вот пока идет все диагностические манипуляции, конечно, мы о каком ДНСе говорим. Потом доктор говорит, придите, женщина, ну, часто же, там, не знаю, мужчина, придите через полгода, сдадите там, или раз в год сдадите там ТТГ. Все. Нет противопоказаний для таких. Понятно, да, о чем я говорю? То есть, если человек под наблюдением, он был у эндокринолога, вы спрашиваете, что сказал эндокринолог? Эндокринолог сказал,
что вы хотите в вашем возрасте, это бывает, это на самом деле очень широко распространены, и вообще там тот же гипотиреоз, это в возрастной группе там 60+, это чуть ли не 12% насчитывают. Я имею в виду такие стертые формы, понятно, что там с клиническими проявлениями гораздо меньше. Поэтому не пугают нас узлы, мы просто отдаем себе отчет, что нет оснований ставить на узел со словами рассудочек, чего хотим-то. Это чаще всего узлы представлены коллоидом, то есть это такое скопление абсолютно доброкачественное, такое вот, ну, узел и узел коллоидный, доброкачественный, который не злокачисляется. Если требует наблюдения, наблюдаемся в положенные сроки. Бояться надо не физиотерапии. Во-первых, мы здесь не позиционируем для прямой проекции на воздействие на область щитовидной железы никоим образом. Я сейчас объясню, почему. Бояться надо вредных привычек, да, и бороться надо с вредными привычками, а не с тем, что там противопоказания обсуждать физиотерапии. Итак, каковы у нас с вами, каковы методика и, по большому счету, зоны вам знакомы, особенно кто не понаслышке, не первый день знает аппараты ДЭНОС. И каждый раз, когда вам задают вопрос, что у меня вот есть проблемы с щитовидной железой, вы действительно элементарно спрашиваете, что, да, наблюдаетесь ли вы эндокринологом и проходите ли очередные исследования, плановые, конечно. И вопросов нет. Шейно-воротниковая зона, зона сегмента. Дело в том, что щитовидная железа, я специально сделала такую длинную преамбулу, все виды обмена веществ, колоссальная роль щитовидной железы здесь и всюду. От того, что мы начнем ставить на прямую проекцию щитовидной железы, это не значит, что мы каким-то образом замедлим или усилим функцию. Нет, все-таки рефлексотерапия и физиотерапия вот, и в лице денс-терапии направлена на регуляцию функции. Аппарату ДЭНОС без разницы, функция щитовидной железы повышена или понижена. Вот так вот. Да? И я эту фразу говорила и по отношению к другим заболеваниям состояния. То есть это не таблетка. Это при повышенной функции щитовидной железы назначается миркозолил, а при пониженной функции назначается там, эльтироксин. И смотрите, не перепутайте, потому что это две противоположности. Миркозолил и эльтироксин медикаментозный. Что касается немедикаментозных методов лечения, да, и в частности денс-терапии, наша задача – это регуляция по возможности, потому что рефлексотерапию никто не отменял, и мы это знаем, есть специально обученные зоны, вы сейчас их увидите в ближайшие три слайда. И наша задача – помочь быстрее справиться с этим заболеванием. Наша задача – уменьшить, нивелировать сопутствующие симптомы, которых предостаточно, особенно при том же гипертиреозе. Да? Поэтому и мы говорим людям, что не потому, что мы боимся, что нет необходимости работать в прямой проекции. Если уже где и основная зона щитовидной железы рассуждать и обсуждать, это шейно-воротниковая зона. Почему? Потому что именно шейно-воротниковая зона, она является одновременно зоной сегмента для щитовидной железы. Значит, все, что связано с трофикой щитовидной, питанием, нерва, состоянием сосудов, нервов и так далее, лимфотока, это шейно-воротниковая зона. И шейно-воротниковая зона является зоной сегмента для головного мозга, а значит, для гипофиза, гипоталамуса. Гипофиз, гипоталамус – те железы внутренней секреции, под контролем которых находится вся наша эндокринка, вся гормональная система. И у мужчин, и у женщин. Причем, поэтому нам и не нужны прямые проекции. Если мы обеспечиваем достаточное кровоснабжение, питание в области шейного отдела, в области головы, головного мозга, вертебробазилярного бассейна, я имею в виду шейный отдел, да, опять же, и основание головного мозга, мы таким образом участвуем в лечении. Ну и если опять же мы вернемся к слайдам, я сейчас уже не буду перелистывать, и вспомним те жалобы и те состояния, которые сопутствуют проблемам щитовидной железы, они касаются сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, шейно-воротниковая зона. Поэтому шейно-воротниковая зона, мы можем выбирать частоту 10-77, то есть это нейроденс ПКМ, да, или 77, мощность
воздействие в шейно-воротниковой зоне будет зависеть от артериального давления и психоэмоционального состояния. Это будет комфортная мощность, такая комфортная, ну вот прям комфортная-комфортная при том же гипотиреозе, там, если это относительно стабильное давление. И это будет минимальная мощность при гипе, когда функция щитовидной железы повышена, хорошо, простым языком скажу, может, когда человек раздражен, он склонен к сердцебиениям, к эмоциональной лабильности какой-то, да, и к повышенному артериальному давлению. Это наши общие правила с вами. Тогда мощность мы устанавливаем минимальную, ну, какие-то или вообще без ощущений, минимальную мощность. Среднее время воздействия в шейно-воротниковой зоне 10 минут, мы можем передвигать или переставлять аппарат, можем лобильно воздействовать, там, например, сверху вниз при той же склонности к раздражительности. Если это низкое давление, хорошо снизу вверх. То есть эти правила, я думаю, вам знакомы. Тройничная зона, как универсальная зона, что бы ни происходило, как универсальная такая рефлексогенная зона, что бы ни происходило, органы головы и шеи, это тройничная зона. Это проекция веточек тройничного нерва, такая анатомическая их проекция на лице. И через вот эти шесть точек на лице мы опосредованно воздействуем на все пары черепно-мозговых нервов, а те, в свою очередь, на регуляцию работы центральной нервной системы и сердечно-сосудистой. Потому что это две самые такие, ну, вместе с эндокринной, три получается, системы быстрого реагирования на все. Центральная нервная и сердечно-сосудистая система быстрого реагирования. Как я уже сказала, что при заболеваниях щитовидной железы мы не проводим какого-то специального с специальными частотами, режимами воздействия в прямой проекции щитовидной железы, потому что в этом нет необходимости. Здесь нам нужны такие зоны, с которых мы можем повлиять вот как раз-таки на разные органы и системы. Поэтому и мы упоминаем такие общего действия зоны и точки. Но опять же, суджок никто не отменял и даже наоборот рекомендовал по системе соответствия суджок. Щитовидная железа проецируется на ладонной поверхности, ну, в частности, у основания большого пальца. Здесь картинка, я думаю, достаточно все понятно и доступно. Там как раз, где шея переходит в грудной отдел, да, позвоночника. Вот вам в помощь такая картиночка, где находится щитовидная железа. Мне кажется, будет так не очень видно, если я начну показывать. Ну, вот таким образом. У основания большого пальца, где он уже переходит непосредственно в ладонь. Например, частота 77 и среднее время там, 5 минут и 5 и 7 минут при комфортной мощности. Можно и левая, и правая рука, пожалуйста. Из биологически активных точек их на самом деле гораздо больше. Нам будут очень-очень подходить точки, которые популярны для применения аппарата Денос-кардио. Помните, да, есть такой аппарат, как раз-таки, который аппарат участвует в коррекции жизнедеятельности центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы. И здесь тоже нас будут очень устраивать. Все это взаимосвязано. Из таких специфических точек, вот с таким гормональным оттенком, это Вайгуань. Эта точка находится на внешней поверхности предплечья, слева и справа. Она используется и у людей с артериальной гипертонией, гипотонией, скачки артериального давления. И она используется, эта точка, при заболеваниях, различных заболеваниях эндокринной системы и, в частности, при заболеваниях щитовидной железы. И, как я уже сказала, здесь речь идет о регуляции функции. Я имею в виду, мы говорим о регуляторном эффекте. Не то, что мы поставили на точку, на одну точку функция повысилась, поставили на другую, функция понизилась. Нет, аппарат, слава богу, работает не так. Как раз мы работаем с зонами и точками, которые отвечают на, за нормализацию, ну, в идеале за нормализацию, либо хотя бы стремление к норме, да, и с повышенной, более сокращение сроков лечения, сокращение жалоб и пониженная функция, более долгоиграющий, конечно, проект, но тоже сокращение слабов, жалоб и сокращение, возможно, медикаментозной нагрузки и сроков лечения. Бат Вайгуань может применяться в вечернее время, как вариант, да, и особенно в
чем еще интересно, тоже не устаю повторять, применение аппаратов ДЭНОС. Мы сейчас взяли вот отдельно взятую тему, да, проблемы щитовидной железы, вот задокументированная там повышенная или пониженная функция. Но, как правило, у этих людей есть еще целый ряд других заболеваний, состояний, да, кто-то диабетик, гипертоник, там, у кого-то какие-то еще со стороны сердечно-сосудистой системы. Вот, пожалуйста, точка Вайгуань, мы работаем и щитовидной железой, потому что она находится на меридиане, который координирует работу, в том числе эндокринной системы, тройной обогреватель. Саньцзяо, точка парная, находится на внутренней поверхности голени, над стопой, над внутренней лодыжкой. Вообще у нас в группе ВКонтакте и в Инстаграм нашей группе, в группе, которую сейчас смотрите меня, наше вещание, есть отдельные темы, посвященные вот этим точкам. Можете отдельно зайти, где-то много и подробно про них написано, и почитать лишний раз, ознакомиться, иметь в своем арсенале не только, конечно, какой-то отдельный болячку, а просто знать, что эти точки можно применять и не только при заболеваниях щитовидной железы. Ну и среднее время воздействия 5 минут обычно на точку действительно может применяться программа МЭТ, либо частота 10.77. Что могу еще добавить к предыдущему слайду? Такое вот в плане повышения эффективности, вернусь на страницу назад и вернусь снова к шейно-воротниковой зоне. В аппаратах нейроденс ПКМ, денос ПКМ, ну, смотря какого года выпуска у вас аппарат, нейроденс ПКМ и денос ПКМ, начинка, суть одна и та же, есть инфранизкие частоты, так называемые инфранизкие частоты от 1 до 10 Гц в меню частоты. Так вот, запомните или запишите, частота 4 Гц, частота 4,9 Гц, это эндокринные частоты, это то, что не хватило мне на этом слайде, надо будет добавить. Они используются при различных эндокринных заболеваниях. Поэтому вот из инфранизких это 4 Гц, например, мы можем использовать в шейно-воротниковой зоне, например, 5 минут работать на частоте 10.77 и затем переключиться на частоту 4 Гц и, например, 5 минут работать на частоте 4 Гц. Это как такой бонус вот к этому слайду. Что еще обратить внимание, раз уж мы говорим об аппаратах ДЭНОС и всех наших возможностях. Да, конечно, я знаю, что у некоторых в арсенале есть ДЭНОС вертебра. И напоминаю, что вообще сам факт воздействия на околопозвоночные зоны, а мы здесь затрагиваем по умолчанию шейно-воротниковую, как вы понимаете, да, все равно тут шейное отдело у нас подключается, и вообще околопозвоночные зоны, а это как раз вот в лице аппарата ДЭНОС вертебра, либо, пожалуйста, можно вручную, это, ну, с чьей-то помощью проводить воздействие, или аппарат ДЭНОС вертебра. Так вот, околопозвоночные зоны, если мы посмотрим по классической китайской акупунктуре, какие меридианы проходят слева и справа от позвоночника, они называются меридианы мочевого пузыря, ну и тут и задний срединный тоже меридиан, они тоже очень важны в регуляции жизнедеятельности гормональной эндокринной системы. Ну, я уж не говорю про сердечно-сосудистую, тут все, конечно, очень невозможно рассматривать отдельно, все взаимосвязано, и в этом как раз-таки интерес применения немедикаментозных методов лечения, которые организм не по частям разбирает, как таблетка, вот эта таблетка от уха, это от ноги, это от сердца, это от головы, и такая полипрагмазия начинается, да, от каждого симптома нужна таблетка, а рефлексотерапия, денситерапия, вот в лице денситерапии призвана в единое целое организм собрать. Вот поэтому те, кто знают и ДЭНОС вертебра, и большие наши аппараты, и маленькие наши нейроденс по БКМ, со мной согласятся, как меняется качество жизни, когда со временем медикаментозная нагрузка уменьшается и самочувствие улучшается. То есть вот это понятие, есть ли привыкание, а что будет, а у меня узлы, а они растут, не растут. Да возьмите аппарат и начните применять. Я ни в коем случае не говорю, что не надо делать контроль, да, каких-то там анализов, все, само собой. Вы начните применять. Поэтому не удивляйтесь, когда очередной раз денситерапевт, человек, который уже вот прям много-много лет применяет ДЭНОС, спрашивает, что вас беспокоит? Или говорит, работа по жалобе.
Поэтому так оно и есть. У нас была очень интересная несколько лет назад работа, проведена с эндокринологами из города Брянска, из замечательными эндотерапевтами из города Брянска. Очень такая необычная и по-своему революционная работа. Если работа, клиническое исследование самостоящее, потому что публиковали, печатали исследование, посвященное применению аппаратов ДЭНОС при тиреотоксикозе. Вообще физиотерапия при тиреотоксикозе, диффузно-токсическом зобе, вот, ну, не знаю, это просто не рассматривается никаким образом. То есть это состояние такое, требующее очень своевременного и грамотного лечения, грамотного введения, наблюдения и так далее, подбора очень тщательного медикамента, вот этого специфического, чтобы вот этот пожар обмена веществ погасить, да, и какой тут физиотерапии, просто не, ну вот не до нее, как говорится. С гипотиреозом как-то в какой-то плане проще, его в принципе больше, эти люди все равно получают физический фактор, они лечатся, и мы ведем это, и все в комплексе. А вот тиреотоксикоз, и представляете, когда применили денс-терапию у людей с тиреотоксикозом, с диффузно-токсическим зобом, то есть это более острое состояние, чем гипотиреоз. И было проведено 3 курса, то есть, конечно, это тоже не 5 дней, а 3 курса там, с интервалами 2-3 недели. Ну, там лечение тоже занимает определенное время, и до 6 месяцев, и до года занимает лечение медикаментозное, в зависимости уж по какому сценарию. Так вот, все те пациенты, которые получили денс-терапию, а их было порядка 30 человек, то есть это большая группа, у всех сокращались сроки лечения. У всех пациентов удалось снизить медикаментозную нагрузку, я говорю при тиреотоксикозе. Ни один пациент не ушел на оперативное лечение и на радиотерапию. Я уже не говорю о том, что мы, потому что все эти материалы держала в руках, когда мы смотрели там не только непосредственно, конечно, гормоны щитовидной железы, но и смотрели там биохимические показатели, смотрели, какие побочные эффекты. И та группа, которая получала денс-терапию, они, конечно, были такие, ну, я их называю в числе тех, кому повезло, получается, да, потому что они быстрее нормализовывали свои показатели и быстрее уменьшали симптомы. Вот это хотела бы обратить. Поэтому и в самом начале пыталась сказать, что ДНСУ без разницы гипер- или гипофункция. Нам важно с эндокринологом, пациенту с эндокринологом, очень важно понимать, какие потребуются до обследования, потребуются ли какие-то там высокотехнологичные специальные методы диагностические, да, чтобы разобраться на первом этапе, когда это хроническое заболевание, и все, вот оно, все точки расставлены над «и», речь идет о наблюдении, нет ограничений, и узловой зоб, и узлы небольших размеров не являются ограничением к применению аппаратов ДЭНОС. И, ради бога, также другие заболевания и симптомы, ну и что есть узлы в щитовидной железе, человек может применять аппарат ДЭНОС. Он просто наблюдает с эндокринологом, как это положено в те сроки, которые положены. Что бы я еще хотела обратить внимание, такой раз уж мы коснулись темы, чтобы немножко ее разнообразить. Мы все знаем, что очень важен для жизнедеятельности щитовидной железы йод. И знаем, что есть разные регионы, ну, применительно к России, например, конечно, и во всем мире, но применительно к России есть разные регионы, где есть такой так называемый дефицит йода. Вы слышали, да? И это более-менее на слуху. Действительно, дефицит йода приводит к снижению функции щитовидной железы, потому что название гормонов трийодтиронин, да, даже вот это необходимо для синтеза, йод необходим, щитовидная железа захватывает йод и затем уже синтезирует свои гормоны. Поэтому если йода будет недостаточно в продуктах питания, ну, недостаточно поступления извне, то что делает щитовидная железа? Она увеличивает свои размеры, она увеличивает площадь своих функциональных вот единичек, ну хорошо, своих клеточек, чтобы как-то больше захватить этот йод. Его недостаточно для синтеза. Поэтому и говорят такой зоб, эндемичный зоб, так называемый. Да?
То есть я к чему вот сейчас эту тему, что есть вещи, которые все замечательно Денос, но извините, мы не повлияем аппаратом Деноса, так вопросы, да, что я вот там ставить, не ставить, значит, да дело не в этом ставить, не ставить. Надо сначала разобраться, что с щитовидкой, а не то, что могу ли я поставить на нее Денос. Если там ребенку категорически не хватает йода, у него мозги ничего не соображают, потому что помните, мы говорили, гипотиреоз, все замедленное, ну, что гипо, что гиперплохо, будет вплоть до задержки развития. Поэтому своевременно, конечно, надо это диагностировать, обращать внимание и советоваться с докторами и в таких районах эндемичных, где недостаток йода, назначать тот же, да, биологически активные добавки, да, с йодом, они все известны. Вы знаете, что и беременным назначают, и деткам назначают, да и взрослым тоже не помешает, но это надо обсудить с доктором. Но кроме йода, если с йодом оно вот на слуху, я просто лишний раз обратила внимание, что это важно отслеживать в соответствующих районах. Даже в Московской области районы распределяются по степени йодного дефицита. Но я думаю, что вы при желании всегда это можете узнать. Но еще очень важен такой микроэлемент, как селен, который не вырабатывается в организме человека, он поступает к нам с пищей, ну, то есть извне, да, с продуктами питания. Есть совершенно четко определена дневная норма для взрослого человека в сутки. И очень важно, как сказать, не упускать из внимания продукты, которые богаты селеном, потому что селен – это не только тема для щитовидной железы, это тема для всей гормональной системы. Он очень важен для жизнедеятельности любых и половых мужских, женских гормонов, в том числе и для надпочечников. Селен – это кожа, волосы, ногти, да, то есть это и очень важен для обменных процессов. И здесь на этом слайде я обратила внимание, какие продукты являются источниками, такими богатыми, так скажем, в частности, морепродукты и рыба, поэтому не забывайте включать это в рацион. Есть растительные источники, и рекордсменом является бразильский орех. Сейчас, в принципе, можно, ну, доступно действительно много что из продуктов питания приобретать. Вот помните об этом. Ну, передозировать селен вряд ли нам удастся. Я надо посмотреть, кстати, почитать специальную литературу. А вот недостаток селена, как и недостаток йода, это действительно встречается нередко. Поэтому вот включайте эти продукты и обращайте внимание на какие-то такие симптомы, которые вас начинают выбивать из колеи. И не надо бояться аппарата Денос ни в коем случае. Надо просто своевременно разобраться, что уже происходит. Да? И прежде чем я начну отвечать на вопросы, я хочу анонсировать следующее наше мероприятие через 2 недели. Ошибка в 15 часов по московскому времени будет. Но мы обязательно смотрите в наших группах ВКонтакте и в Инстаграме время трансляции. Надеюсь, что вот хорошо сейчас мы вариант вот этот ВКонтакте у нас все пройдет хорошо, и вы сразу увидите записи, она сразу будет доступна всем зарегистрированным, да, пользователям. Я надеюсь, также мы с вами встретимся через 2 недели и продолжим обсуждать частные какие-то вопросы при эндокринных проблемах, но тут уже именно гинекологических состояниях и заболеваниях, где на первом месте, где на последнем, где Денос мы рассматриваем как способ лечения, где мы не очень рассматриваем. Обязательно по-честному с вами все разберем через 2 недели. А сейчас я бы хотела посмотреть, что, какие вопросы появились за это время. Так, да, обратная связь, я все потом обязательно посмотрю, изучу и посмотрю, что, да, я жду появления вопросов, тут, возможно, со мной идет такой секунд 30, может быть, задержка, поэтому я жду от вас вопросов. Так. Вот вопрос Людмила задает. Большой узел, гормоны щитовидной железы в норме, есть постоянное ощущение давления в горле, першение, что делать с помощью Денос? Вот как тоже пыталась сказать весь вебинар, Людмила, здесь важно понимать, какова тактика, назначена эндокринологом. То есть эндокринолог что, просто наблюдает этот большой узел? Я пока остальные вот оставляю в покое жалобы.
что наблюдает, то у нас нет противопоказаний. Для шейно-воротниковой зоны в принципе нет противопоказаний, потому что если гормоны в норме, и, кстати, Людмила, хочу сказать, что вот этот гормон, можно я так, сейчас слайд. Сейчас еще один. Вот этот слайд я оставлю. Что еще гормон кальцитонин, не только ТТГ, Т4, и кальцитонин тоже надо смотреть в крови, что он не всегда не во всех поликлиниках его делают, тогда это самостоятельно. Если действительно гормоны в норме, и речи не идет об онкологическом заболевании, и все-таки, скорее всего, узлы таких размеров – это коллоидные узлы, ну, то есть диагноз, да, коллоидный узел. Нет противопоказаний к применению Деноса по тем схемам, которые я вот уже на вебинаре сейчас представила, да, выше. Что касается ощущения давления в горле и першения, не факт, что с узлом это надо разбираться. Видите, у меня вопросов сколько, потому что все-таки, чтобы там, ну не знаю, щитовидка сдавила дыхательные пути, это все-таки казуистика и редкость. Поэтому здесь большой вопрос к эндокринологам, какая назначена тактика. И человек должен вот эти рекомендации все соблюдать и соблюдать. Денос применяется, шейно-воротниковая зона применяется, тех точек, которые я сказала. То есть мы узел третьей степени не рассосем аппаратом, вы должны понимать, и мы не должны вот, ну, какую-то ложную какую-то вот эту информацию, да, давать человеку. Мы говорим, что вы в принципе можете применять аппарат. И есть какие-то жалобы из других органов и системы, качество жизни никто не отменял. Мало ли там что еще может беспокоить этого человека. А здесь важна вот тактика эндокринологическая, большие размеры, и приходится действительно идти на оперативное лечение, если этот узел начинает там, извините, давление какое-то действительно оказывать на соседние структуры, да, шеи, тогда вплоть до оперативного лечения. Потому что рассосать третьей, если говорить, степени, когда там занимает всю долю щитовидной железы аппаратом, я хочу быть честной перед вами. Здесь важна четко, что эндокринолог. Не надо бояться аппарата, но мы слушаемся эндокринолога. Так, следующий вопрос. А узелок щитовидки, гормон, ну опять же, вот узелок щитовидки, вот оставьте в покое узелок щитовидки, я имею в виду, вот он есть, вы его просто человеку рекомендуете наблюдать, сколько там, раз в год или раз в полгода он делает УЗИ щитовидной железы и, возможно, там смотрит ЭТГ, особенно если были какие-то изменения, да, гормоны норме хорошо, то есть это норма функция щитовидной железы. Оставьте в покое узелок. Пусть занимается там своей шеей, своими какими-то другими проблемами, узелки наблюдают. Вообще по статистике все-таки, ну я не то что пытаюсь усыпить внимание, да, конечно, надо к своему здоровью быть предельно внимательным и ко всей каждому, в частности, узелку. Но все-таки онкологические заболевания – это редкость щитовидной железы, в отличие от других локализаций. И по лечению они очень хорошо поддаются, лечению и наблюдению. Все-таки вот такие вот узелки, ну и бог с ним, с этими узелками, там 5 миллиметров. Более того, коллоидные узелки мы еще получим динамику положительную. И можно рекомендовать человеку всегда с какими-то вот этими долгоиграющими хроническими проблемами, вы сказали узелок или там гипотиреоз, например, да хоть и тиреотоксикоз, провести 3 курса по стандартной схеме, которую я только что изложила. Шейный отдел, биологически активные точки, которые ответственны за эндокринную систему. Проведите 3 курса. Все. И через полгода идет контроль, например. Да? Тот же. Ну, просто надо дать понять человеку, что вот если это рана какая-то, да, на теле, мы ставим в прямую проекцию, мы держим аппарат в прямой проекции, у нас на глазах все заживает. Щитовидка – другая история. Это не рана. Хорошо, если это рана на шее, щитовидка уже ни при чем, можно ставить сюда. Если сюда кто-то укусил и здесь отекло, опухло, можно сюда ставить аппарат. Я предвосхищаю ваши вопросы. То есть у нас нет запрета, нельзя ставить на шею. Вопрос, с какой целью? Если это всю долю занимает киста или узел, нет, Денос тут ничего нам не рассосет, но она вся уже изменена, щитовидка. Давайте будем решать с эндокринологом. Если это маленькие узелки, оставьте их в покое, занимайтесь шейным отделом позвоночника. Если непосредственно здесь с самой поверхностью шеи что-то произошло, ну, мало ли. Я вот как-то прыгала с парашютом, разодрала здесь себе часть вот кожи, вот шапкой, которая завязывается под вот здесь. Вот. Все, я спокойно поставила, пролечила, убрала Денос. Не надо бояться его здесь держать.
При каких заболеваниях нельзя использовать ДНС, спрашивает Вера. Это называется противопоказание, Вера. У нас два абсолютных противопоказания. Это кардиостимулятор и непереносимость. Если мы поговорим о противопоказаниях щитовидной железы, да, при каких заболеваниях щитовидной железы нельзя использовать? Я так отвечу. Наверное, все-таки предметный вопрос Вера задает. Да, при каких именно заболеваниях? Ну, я бы так сказала. Вот, ну, во-первых, прямую проекцию мы уже с вами проговорили, что это нецелесообразно воздействие. Вот ставить сюда, что со словами, я к эндокринологу не пойду, но щитовидку полечу, да нет, конечно. Я скажу какие-то неуточненные диагнозы, да, когда человек говорит, мне назначена пункция щитовидной железы, но я не пойду, я буду лечить этот узел Денесом. Ну, нельзя. Вы сначала... Как я уже сказала, извините за повторение, разберитесь с эндокринологом, каков план действий будет. Вот, наверное, нельзя, если что-то не уточнено, и человек в протесте отказывается идти к эндокринологу, вот тогда, наверное, нельзя. В остальных случаях, пожалуйста, особенно по другим заболеваниям. Да? И есть совершенно замечательная фраза, я вас всех пытаюсь научить. Спросите, когда вы последний раз были у доктора, и что дословно сказал доктор? Доктор сказал, придите через год. Все, вопросов нет, с этого момента можно. Или там, придите через полгода. С этого момента можно, в принципе, использовать ДНС. Ребенку 12 лет. Гипотиреоз. Можно использовать при гипотиреозе. Но, опять же, называется, смотрите, конец нашего вебинара, когда я сказала, ребенку с гипотиреозом потребуется коррекция какая-то еще медикаментозная того же препарата йода, да, с гипотиреозом. То есть что там, какие-то специальные, ну пусть все-таки эндокринолог, я уж не буду здесь работать в роли для всех эндокринологов, обязательно что-то назначит. ДНС однозначно можно использовать по той схеме, хотя бы шейно-воротниковая зона и 6 точек, и, пожалуйста, 3 курса, да, наша задача. Но гипотиреоз, в эндемичном районе нехватка йода, ДНС йод нам в организм никак вот не принесет и не предоставит. Давайте это будем вот решать способом уже приемом специальных препаратов, да, содержащих йод. Вот, это, конечно, можно использовать. Так, да, Татьяна, вижу обратная связь. Можно, вот, пусть не по теме, но скажу, да, не только можно аппаратом ДНС снизить высокое давление, и нужно. Это у нас одна из самых изученных и доказанных тем. И есть кто, так, сейчас, секундочку, Любовь поднимается, поэтому имя иногда не сразу вижу. Любовь задала вопрос по поводу давления. Есть вебинар, он выложен здесь же ВКонтакте, здесь же, где мы сейчас с вами общаемся и встречаемся. Есть вебинар, посвященный аппарату ДНС кардио, либо где мы прям целый час, если не больше, рассуждаем, как именно это делать, и как, начиная с дневника артериального давления и заканчивая, как хорошо работает аппарат ДНС. Илюза спрашивает, здравствуйте, иногда часто приходится ставить на еремную ямку при простудах, при других программах рекомендуется эта зона, зона еремной ямки. Вот вопрос, да, сейчас, который звучит. Вот спасибо, я ждала этого вопроса, по идее надо было мне сразу это все в слайдах, но, собственно, для этого с вами общаемся, чтобы и от вас услышать тоже совершенно закономерно возникающие вопросы. Никаких проблем нет поставить аппарат на еремную ямку при кашле, при ну, симптомы там бронхолегочных заболеваний, да, заболеваний верхних дыхательных, нижних дыхательных путей, ну, чаще кашель, кашлевой синдром у взрослых, у детей и там вплоть до бронхиальной астмы, как говорится, да, но я имею в виду даже, если это неотложное состояние. Ни при чем здесь щитовидка. Согласитесь со мной, Илюза, что, ну что мы, 365 дней в году вот так сидим, держим на еремной ямке, то есть это, ну, из разных областей, никаких ограничений. Ради Бога, пожалуйста, ставьте на еремную ямку по показаниям при соответствующих вот этих бронхолегочных симптомах. Ну, мы простым языком скажу, кашель. Кашель, все, что с ним связано, простудные вот эти вот РЗО, РВИ и так далее. Сейчас тема как нельзя более актуальна, ну, в преддверии, возможно, всплеска какой-то заболеваемости сезонной. Еремная ямка, никаких проблем. Мы с вами договорились, непонятные какие-то истории, ситуации, когда человек отвергает исследования, обследования, тогда мы говорим, ну что вы хотите от аппарата ДНС, если вы не обследовали.
Ирина задает вопрос. Проблемы с шеей, частые головные боли. Пользуюсь остео и ПКМ. Порой по 2 часа до получения результата. У меня узлы. Можно так долго? Я, наверное, уже ответила. Можно. При том, что вы узлы свои наблюдаете. То есть там раз в год или раз в полгода вы проходите УЗИ-контроль и контроль, там, ну, как минимум, ТТГ назначается, да, уровень гормона щитовидной железы, раз уж мы говорим. Как минимум ультразвуковое исследование. Кстати, хорошо, что Ирина вспомнила и замечательно аппарат Денос Остео, один из способов воздействия на шейно-воротниковую зону, а мы шейно-воротниковую зону с вами обозначили как главную зону при проблемах щитовидной железы. Будь то гипер, будь то гипо, будь то норма функция, будь то бесплодие, о котором мы поговорим в следующем вебинаре, все способы, так скажем, влияния на здоровье щитовидной железы, это воздействие на шейно-воротниковую зону. Аппарат Денос Остео в том числе. Здравствуйте, Светлана спрашивает. Если узлы и аденома можно использовать? Ну, видимо, уже тоже сказала. Определяете тактику с эндокринологом. Нет показаний для каких-то экстренных манипуляций, там, пункций. Везем стекла, смотрим, пересматриваем. На завтра назначена операция. Все в таком духе, если это речь идет о наблюдении. О наблюдении. Можно по той схеме, которую я изложила уже сегодня. Шейный отдел, точки гормональные, которые отвечают за работу гормональной эндокринной системы. То, конечно, еще раз, узлы не смущают. Узлы смущают только на этапе диагностики, когда непонятно, что, где, как, что за узел, какова его там роль, есть ли та самая клеточка, сдан, не сдан кальцитонин, да, сделаны, не сделаны гормоны. Только на этом этапе мы будем вот говорить, давайте сначала определимся. Но в любом случае, чаще всего, и так как приходится общаться, то уже на протяжении, ой, господи, сколько лет, почти 20, да, наверное, получается, чаще всего мы сталкиваемся с хронической проблемой, долгоиграющей проблемой, я имею в виду щитовидной железы, либо проблемой диагностированной, вот она здесь и сейчас, как я сказала, о группе людей с тиреотоксикозом, когда мы включаем ДЭН с курсовым лечением, мы же говорим о повторных курсах, а не том, что мы там часами держим на щитовидке, мы получаем эффект. У нас были работы и по гипотиреозу, работы возглавляли эндокринологи эти работы, конечно, и когда в течение года смотрели, вот про узлы вы спрашиваете, и все это, конечно, это все правильно, это очень важно понимать и понимать степень безопасности, да, что это безопасно все. И смотрели как раз пациентов с гипотиреозом, аутоиммунным тиреидитом на протяжении года, делали там ультразвуковое исследование, смотрели тиреотропный гормон, смотрели антитела, там в случае аутоиммунного тиреидита антитела к щитовидной железе, уровень антител. И не было резких ни в коем случае каких-то колебаний, что, например, вот вдруг они там резко за 2 дня снизились. Ну, не за 2 дня, конечно, за там, раз в 3 месяца делался контроль, за 3 месяца. Но тенденция была к нормализации. Не говоря о том, что те люди, которые участвовали в исследовании, они получили... Ну, такую, не побоюсь этого слова, серию незапланированных лечебных эффектов, да, потому что, как правило, сердечно-сосудистые, вот и даже тут вы вспоминали какие-то жалобы, да, там у кого головные боли, у кого сердцебиение, у кого бесплодие, у кого там еще что-то, то есть вот, удавалось решить другие проблемы, понимаете, в этом прелесть аппарата Денос. То есть я не говорю, что это панацея, он лечит щитовидку от всего, ну нет, конечно, но он участвует. Аппарат Денос участвует во всем этом, поэтому его нельзя отвергать, и пусть это будет все в комплексе и грамотно. Анна спрашивает, какую программу Денос Остео лучше использовать при неактивной стадии гипертиреоза? То есть все-таки если гипертиреоз, где? Ну, есть совершенно замечательная программа Денос Остео, она называется релаксация, либо программа головные боли, либо программа метеочувствительности. То есть, по идее, вот все, если речь идет о... все-таки метеозависимость и метеочувствительность. Можно комбинацию анапрограмм. Можно утром, например, метеочувствительность, а вечером программа головная боль. Как вариант.
То есть вот эти четыре программы Денес Остео мы можем разделить утро-вечер. И вы получите замечательный курс. То есть что-то на метеочувствительность, она универсальная по-своему для вот регуляции вот каких-то вот этих вегетативных всяких нарушений, симптомов. А как раз вегетативная нервная система, вот эти все приливы, потливости, раздражительности, еще что-то. Или наоборот, такие, в каком-то полутаком нетрезвом состоянии, как будто человека на самом деле, он просто у него резко снижены гормоны. Вот это все вегетативная нервная система, она очень зависима от состояния щитовидной железы. Вот программа метеочувствительности, да, на Остео можно рекомендовать. Еще вопрос. Шум в голове можно облегчить? Можно и нужно. Шум, если мы опять же берем массовую долю, если мы говорим шум, самые частые причины шума – это сосудистые какие-то проблемы, проблемы шейного отдела позвоночника. Я отвечаю быстро и тезисно, потому что не совсем по теме, возможно, вопрос сейчас. Самые частые причины шума – проблемы с шейным отделом. Я думаю, со мной согласитесь. А остеохондроз с таблетками, ну… Сами понимаете. В чем прелесть аппаратов Денес, Денес Остео, Нейроденс ПКМ, когда мы воздействуем на шейно-воротниковую зону, которую я так уже посвятила, да, довольно-таки много сейчас времени. Сам факт воздействия на шейный отдел позвоночника слабым импульсным током, напоминаю, что лежит в основе всех аппаратов Денес, это низкочастотные, непроникающие, слабые импульсные токи, которые оказывают очень хороший сосудистый эффект. Улучшение микроциркуляции, улучшение кровоснабжения головного мозга. Вот отсюда череда других полезных эффектов, в том числе, если шум связан с этим. Так, Ирина, наблюдая гормоны в норме, антитела в 10-20 раз выше, как-то можно над этим поработать. Вот, опять, Ирина, тоже спасибо, да, за продолжение этой темы. Речь идет об аутоиммунном тиреидите, антитела к щитовидной ТПО, да, так называемые, они повышаются при аутоиммунном тиреидите. И это касается и других аутоиммунных заболеваний. Я хочу вот здесь вот сделать очень важный акцент, да. Аутоиммунный тиреидит, либо это аутоиммунные заболевания с поражением суставов, такие есть ревматоидный артрит. Специально говорю про разные аутоиммунные заболевания. Ну, как пример, щитовидка, аутоиммунный тиреидит. Это когда организм начинает воспринимать ткани, в данном случае щитовидной железы, как неродное, и начинает вырабатывать антитела, запуская такие механизмы воспалительные, да, нарушение функции. И при этом гормоны могут быть в норме, не в норме при повышенном. Я хочу на чем акцент сделать? Аутоиммунные заболевания и подтвержденные лабораторно, да, в данном случае, не являются противопоказанием, это очень важно понимать. Не являются ни в коем случае, на любой стадии. Как можно поработать? Все та же шейно-воротниковая зона. Что еще при аутоиммунных заболеваниях я бы посоветовала? Зона печени. Вот если где мы говорим про иммунку, где как нужны нам необходимы зоны такой в целом гормональной регуляции, да, это кроме того, что мы перечислили, помните, я выводила слайд, да, точечка Вайгуань, Саньиньзя, вот специально, вот та же схема. Еще, если уж на то пошло, то зона печени. Кстати, это очень важно, и особенно у женщин, период переменопаузы. Переменопауза, то есть до, во время и ранний постменопаузальный период, особенно, ну, да и вообще, в принципе, при каких-то вот аутоиммунных таких зонах печени я бы подключала. Тут можно отдать предпочтение частоте 10-77, ну, хотя бы 5-10 минут, то есть вот к той схеме, которую я уже сказала. И учитывая, что мы говорим, я отвечаю на вопрос, что делать, если повышен уровень именно антител к щитовидной железе, это вот аутоиммунный тиреидит. Это долгоиграющая проблема, она так вот не один-два дня, не как рана на ноге, на глазу и на руке, да. И здесь, как я уже сказала, три курса. По-хорошему 3-4 курса, интервал может быть месяц. Можно ежемесячно, то есть 10 дней проводим лечение, отдыхаем. Снова 10 дней проводим, 20-30 дней отдыхаем. И смотрим антитела через, ну, через не раньше, чем через 3 месяца, по-хорошему, я не думаю, что чаще. Плюс, конечно, гормоны, если это будет необходимость, снова контроль. Мы видели тенденцию к уменьшению антител, она была не быстрая, я поэтому вспомнила вот эту годовалую нашу работу, в том числе у людей с аутоиммунным тиреидитом.
какой мой будет ответ. Поэтому в любом случае, и даже если когда мы будем сейчас заканчивать наш вебинар, у вас могут возникнуть вопросы, я всегда говорю, что вы можете их задать ВКонтакте, вы обратите внимание, в соответствующей теме мы всегда стараемся ответить на ваши вопросы, пишите, буду отвечать в общий или там в личку, вы меня всегда увидите. Я хочу поблагодарить вас за внимание, сейчас смотрю, есть, жду еще какое-то время вопросы, если появятся. Снова выведу наш анонс на следующую нашу тему через 2 недели. Спасибо за ваше участие. Надеюсь, что вот такое вещание на прямой ВКонтакте, оно, возможно, тоже станет нашей нормой в ближайшее время. Надеюсь, все было слышно, видно, доступно, понятно. Берегите себя. Всем хорошего здоровья, не болейте. Спасибо за участие, спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.